Здравствуйте! С вами снова Арбат Хомс, и я ее представитель Оксана. Спросите меня, где я нахожусь? А я нахожусь в городе Томюк. Что такое Томюк, многие, может быть, и не знают, а это город Мерсин. Что такое город Мерсин? Это Турция, это город-миллионник, это школы, университеты, море Средиземное, и, что самое главное, 300 дней в году солнце. Сейчас мы находимся с вами на набережной в Томюке, где, как сами видите, замечательная зеленая территория, прекрасный песчаный пляж. И хочу вам представить сегодня комплекс «Лавинья-2», который находится 400 метров от Средиземного моря. Предлагаю вам пройти вместе со мной и посмотреть, как идет строительство, какие планировки, какая инфраструктура. Я вам все расскажу на объекте. Поехали! Идем по прекрасной набережной к нашему объекту и по пути встречаем такие замечательные апельсины-мандарины. Гюнайден, колай гельсен, насилсенес, бенде им, фиат некадар. Портахал 4 лира. 4 лира, 4 лиры. Это вообще бесплатно, бедава. Лимон. Лимон 3 лира. Лимон по 3 лиры. Это из собственного сада, без гормонов, без ничего. Сейчас взяли, купили апельсины, фреш, натуральный, каждое утро вам обеспечен. Спасибо большое. Тащикюри дырым. А теперь идемте знакомиться с новым комплексом и планировками. Буквально 5 минут от моря, и мы находимся с вами на стройке «Лавинья-2». Как вы видите, идет полным ходом строительство. Б-блок, А-блок. По инфраструктуре вам расскажу. Здесь будет находиться огромный бассейн, который будет иметь свой аквапарк, детский бассейн. По углам будут находиться зоны барбекю, беседки. Шезлонги будут находиться возле бассейна, где вы можете отдыхать, загорать и купаться, если не захотите пойти на море. Также будет находиться в этом комплексе 3 сауны и 3 хамама, что обеспечивает вам место в хамаме и в сауне. Каждый день вы можете пользоваться этим, когда купите квартиру в этом объекте. Сейчас непосредственно мы с вами пройдем на сам объект и посмотрим планировки, и посмотрим, как идет строительство. Я нахожусь на втором этаже, фактически это третий этаж. За моим оператором мы видим прекрасный вид на море, что это немаловажно. Даже с низких этажей вы можете видеть море. Чем отличается этот комплекс? Этот комплекс отличается от других комплексов тем, что здесь отдельная кухня. Это немаловажно, потому что отдельная кухня, отдельный зал и отдельная спальня вам обеспечены. 2 плюс 1 находится по углам нашего комплекса, 1 плюс 1 находится в середине. Квадратура очень хорошая, балконы достаточно просторные. 1 плюс 1, 2 плюс 1 ждут вас в нашем комплексе «Лавинья-2». Чем отличается этот комплекс? Этот комплекс отличается тем, что в квартирах 2 плюс 1 и 1 плюс 1 отдельная кухня. Отдельная кухня – это очень важно, потому что вы получаете в квартире 1 плюс 1 полноценную двухкомнатную квартиру с отдельной гостиной и с отдельной спальней. Также кухня, просторные балконы. Чем еще хорош этот комплекс? Тем, что локация здесь как близко к морю, так и близко ко всей инфраструктуре. Аптеки, больницы, поликлиники. Очень близко к городу Эрдемли, также близко к городу Мерсину. Школы также здесь находятся. Если вам понравился этот замечательный комплекс с богатой инфраструктурой, с хамамами, с бассейнами, с саунами, со своим аквапарком, обращайтесь к нам по телефону. Замечательная планировка, еще раз вам напоминаю.
Наш номер телефона находится на экране. Вы можете к нам всегда обратиться. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Ждем гостей в Мерсине!